все. Ребят, привет. Да, я вижу, что в эфире. Угу. Да, ребят, у нас сегодня будет вторая часть. У меня в очках отражается лампа. Это максимум, как я могу сделать. Максимум, как я могу сделать свет. И я просто сейчас очень-очень долго сижу за компьютером, потому что вы знаете прекрасно, что я сейчас пишу книгу, и глаза устают. Без очков все-таки глаза устают, поэтому хочется как-то немножко их подразрядить. И у нас с вами сегодня будет вторая часть про алкоголь. То есть мы тогда не смогли с вами нормально поговорить. Не было... Не было интернета у меня. Вот. И у нас с вами как-то все выводила меня, от себя уводила, из себя выводила, да? Всем добра. И я, наверное, многих запутала с алкоголем, что такое алкоголь, потому что очень часто люди... Психологи, наверное, на меня обижаются, и мне много гневных комментариев пишут от психологов. Кстати, некоторые потом из них приезжают на ретрит. Вот. Потому как у нас общепринятое понимание есть, да, что когда человек пьет, что он уходит в другой мир, что он скрывается. Если у тебя пьющий муж, то тебе это для чего-то нужно. Если пьющая жена, то это тоже твоя там карма, твое еще что-то. Ну, то есть много-много разных моментов, которые мы можем обсуждать, и психологи это любят обсуждать. Тихон, сделай потише. Угу. Спасибо. Но я не хочу про эти моменты говорить, да? Они не очень интересны для меня. Мне все-таки кажется, что что все то, что вы вот это вот знаете от обычных психологов, вы можете это там посмотреть. Вы можете с ними проговорить об этом, вы можете с ними поговорить об этом. И они вам расскажут те моменты, с которыми вам будет... Вы будете их решать бесконечно. То есть мы же... Вы часто, часто вы даже не замечаете те моменты, что вы себе создаете какие-либо... ситуации в жизни, чтобы постоянно находиться в решательстве. То есть я это решил, я это решил, я об этом поговорил, я вот то сделал. И такая значимость самого себя. Я вот это проработал себе или проработала. Я вот это вот отработал или отработала. Я вот это сделал или сделала. Я вот то, пятое, десятое. И ты себя чувствуешь значимым для самого себя, то есть ты не стоишь на месте, ты развиваешься, ты не уходишь куда-то в какие-то обычные либо обыденные моменты, то есть ты идешь в развитие, ты идешь в проработки себя, и тебе интересно славливать, собирать, вот как виноградик, да, ты собираешь вот эти вот
поверхностные моменты, с которыми ты умеешь работать, с которыми ты умеешь прорабатывать какие-то, как бы, самого себя. Но, ребят, это все шляпа. Вот когда вы понимаете вот эту вот истинность, про которую я в том числе говорю, ведь она в вас в самих есть. То есть я ничего нового не открываю, еще раз повторяю. А когда вы открываете эту истинность, то для вас уже вот эти вот моменты проработок, они не актуальны, они не интересны. Они кажутся такими тратится на это время. И если мы заглянем немножечко дальше, да, то то мы поймем, что я как раз выписала вот эти вот моменты для вас. Это как раз из книги, которую я сейчас пишу, которая вам будет, я очень надеюсь, интересно. Хотя, наверное, это я пишу, чтобы отразить себя. А мое отражение всегда найдется. То есть я не могу отражать ничто. Вы и есть мое отражение. Поэтому интересно она будет, либо неинтересно, это уже это не вопрос интереса, это просто факт. И как раз тут я записала, что алкоголь – это всегда про то, когда ты теряешь смысл в большей или меньшей степени. Алкоголь – это не про то, что мы хотим кому-то что-то доказать, проработать какую-то карму. Если рядом с нами пьющий человек, то о чем же это нам говорит? Это говорит нам о том, что рядом с нами пьющий человек. И у него есть это состояние. Когда вы хотите ему помочь, когда вы хотите его вывести из этого состояния, это всегда про то, что вы влезаете в его поле. А вы влезаете в его поле, чтобы что? Вас не устраивает что-то. И когда он просит у вас помощи, зачем он туда зашел? Почему он оказался там? И как только вы с ним проговорите эти вопросы, вам больше не надо им помогать. Вам не надо забирать от него какой-то алкоголь, вам не нужно его контролировать. Отпадают какие-то банальные вещи, которыми бы вы на определенном этапе бы начали бы ему помогать. Помогаторство вот это, да? Это как раз про... Когда ты теряешь смысл, это пьющий человек, ведь очень часто мы подразумеваем пьющего человека, это когда алкоголизм, да, явный алкоголизм, это когда человек приходит пьяный раз за разом, еще что-то. И для нас это пьющий человек. Но пьющий человек, по факту, начинается это все с другого, начинается это с иного, начинается это с того, что мы ждем выходных. Мы ждем выходных, чтобы с друзьями выпить какого-либо спиртного. Кто-то там пивка, кто-то вина, абсолютно неважно. Мы ждем выходных, потому что для нас была эта неделя неинтересна. И мы ее хотим как завершить неинтересность, завершить этим. Понимая, что следующая неделя будет плюс-минус такой же. Ведь посмотрите, когда вы чем-то загораетесь, когда вы понимаете, что в вашей жизни начинается что-то иное, какой-то новый проект, новые люди, новый переезд, какое-то место, о котором вы давно мечтали, вы будете гореть этим, вы не будете ждать какого-то дня, чтобы с друзьями там выпить, а бывает и напиться. Вы будете
Вы будете жить вот этими новыми ощущениями, новыми чувствованиями и новым придумыванием того, чего еще нет. Даже такое может быть. Но это никогда не про алкоголь, это всегда про внутренний подъем, внутреннее состояние чего-то нового. Алкоголь – это всегда про то, что ты попадаешь в день сурка. Ты не понимаешь, как из него выбраться. И единственное твое расслабление – это не вечерний сон. Это не про то, чтобы расслабиться вечером. Это про то, чтобы в пятницу или там в субботу, неважно, с друзьями поговорить ни о чем. Они тебе ничего нового не расскажут. Если у них что-то в жизни действительно произойдет, скорее всего, они будут там, где что-то произошло. А если это опять очередной бла-бла-бла, они будут с тобой, ты будешь с ними. А потом это перерастает в ежедневное. Вечером после работы пивка, вечером после работы винца, вечером что-то еще. И вот этот, это действительно тревога самого себя. И что самое интересное, из этого состояния тебя может вывести только ты. Могут друзья приходить, могут тебя чем-то заинтересовывать, могут что-то, что-либо делать еще, но пока у тебя здесь не щелкает, ты не вылезешь оттуда. Ты начнешь не покупать себе алкоголь, ты начнешь не ходить в те места, где есть алкоголь, ты начнешь делать себе аскезу того, чего не существует, потому что внутри все то же самое живет. Ты внутри наполняешься тем же самым алкоголем, только не выпивая его, а точно так же пытаешься забыться через что-то другое, даже не осознавая какое-то время, что это так происходит. И вот это вот и есть про алкоголь. Это не про зависимость, это про уход, это про неинтерес жить. Ты не видишь этой жизни в дальнейшем. Тебе что тебе, какой план тебе построить? Ты не можешь расслабиться в день сурка. Ты в напряжении чего-то нового ты не можешь взять, создать, сотворить, потому что у тебя нет сил. И ты настолько изматываешься в этом круге, да, ты как хомячок бегаешь по этому кругу. Вроде бы силы, энергии тратишь, наматываешь эти круги. Но у тебя не хватает жизни, отсутствие. У тебя всегда идет отсутствие состояния жизни. Это когда ты живешь на состоянии страха, на страха смерти. Тогда ты не можешь выйти из этого круга, чтобы посмотреть, что есть за кругом. А где я еще могу побегать? А где я еще могу размяться? А что там еще есть? И чтобы туда не уходить в неизвестность, ты загружаешь себя рутинными делами, ты загружаешь себя практиками. Очень часто такое бывает. Ты загружаешь себя проработками. Вот я сейчас буду прорабатывать болезнь, алкоголизм, себя, родственника, еще кого-то, неважно. Это все тот же самый круг, по которому ты бегаешь. Ты не можешь из него выбежать. Ты будешь искать себе психологов, которые тебе будут на этом круге, они будут раскачивать тебя. Они будут тебе оббивать этот круг новой поверхности, чтобы ты хорошо цеплялся, чтобы было сцепление, чтобы скорость была. Чтобы тебя эта скорость первое время, когда тебе поменяют все это, тебе первое время будет захватывать этот скоростной режим, и ты будешь думать: ха! Все, я на коне, я вышел, у меня тут все, у меня тут в волосах ветер раздувается, и я такой весь бегу. Нет, это все тот же самый круг. Все тот же самый круг с другими поверхностями. Но лапы-то твои те же самые. Ты-то тот же самый остался. Ты не понял, почему ты там был, почему ты там есть, почему тебе там интересно. Ты не можешь оттуда вылезти. И ты ищешь себе таких же людей, которые тебя не вытащат оттуда, а которые заставят тебя там чувствовать себя в чем-то новом.
И эти моменты все будут сокращаться, то есть ты все меньше и меньше будешь ощущать, что ты знаешь себя. Ты меньше и меньше, то есть ты раз разогнался, и такое первое время там бежишь, там сутки, двое, трое, бежишь, наслаждаешься, такой, о, новый ветер, там все здорово, я начинаю там новую жизнь. А потом эти расстояния будут сокращаться, то есть это будет потом раз опять, такой, ну я вроде как уже так бегал, уже ветер был, и что-то новое было, а результата никакого нового не стало. То есть процесс вроде бы пошел, а этот процесс он не привел ни к чему, кроме самого процесса вот этого короткого бега. И ты будешь разочаровываться все сильнее и сильнее. А выйти, как выйти? Выйти из страха смерти? Выйти из страха смерти, а как? А давай я попробую через алкоголь. Что такое алкоголь? Это же разрушение себя, это же уход в смерть. Через него, через алкоголь я сейчас попробую выйти в состояние смерти, чтобы не бояться. Неосознанно ты начинаешь все больше и больше пить. Неосознанно ты начинаешь все больше и больше погружаться в это состояние тотальной смерти. Разрушение организма. Организм ставишь на уровень «выхожу в смерть». Но это смерть без смерти. Это не смерть головы. Это не смерть прошлой жизни. Это не смерть твоего старого сознания. Это просто всего лишь навсего смерть твоего физического тела. И достать его оттуда будет очень сложно. Да, ребята, все-таки сейчас вам зачитаю эту цитату, которую я включу в книгу, а вы потом дадите свои комментарии. Алкоголь — это всегда про то, когда ты теряешь смысл в большей или меньшей степени. Иногда забыть, иногда забыться. Иногда наполнится. Но никогда ты не будешь его потреблять, когда ты живешь. Это всегда про смерть. Про то, что нам так понятно. Это всегда про забвение. Там, где мы хотим укрыться одеялом. Одеялом забвения. И до алкоголя это не слабость. Алкоголь — это сила. Когда ты настолько силен, что готов ускорить самого себя. А готов за эту силу перенаправить внутри себя посредника. То есть ты настолько силен, ты настолько понимаешь, что ты готов к чему-то новому, но настолько этот страх преодоления тебе не подвластен по определенным причинам. По определенным причинам просто элементарного незнания себя. И ты начинаешь эту силу переправлять не внутрь себя, а на посредника, который забирает свои проценты на алкоголь. Алкоголь – это посредник между тобой и твоим телом. Когда он тебе говорит в какие-то мгновения, что я тебе дам, я готов, ты там это ощутишь. За проценты, за жизненные проценты. Насколько ты готов это делать, это уже твое. Так, вопрос. А если сын употребляет алкоголь, заниматься собой или разговаривать с ним, как будет правильно? Ну, во-первых, давайте определимся, сколько сыну. Это первый момент. Нужно понимать, что сын – это 16 лет, либо сын – это 36 лет. Сыночку-то сколько?
насколько он в вашем поле. Привет, привет, сердечки, спасибо, ребят. Если есть вопросы, то пишите. Вот. И, Ал, если ты пояснишь, то я тебе отвечу на это более развернуто. Потому что мы с вами говорили, что да, что наши дети до 24 лет, они вообще находятся в нашем поле. У них есть несколько, сыну 37. Ну, блин, отстань от мужчины-то. Он уже идет своим путем, то есть мы даже за него здесь говорить не можем. У него уже давным-давно свой путь, у него уже давным-давно свое мировоззрение, которое может с тобой никак не столкнуться. Да, ты заложила в него определенную программу. Ты заложила. И ты заложила эту программу, отец заложил эту программу, близкие его, окружающие люди заложили какую-то определенную программу. И на фоне всего вот этого букета ДНК у него распаковалась определенный путь. То есть у нас не один путь в жизни, никогда не бывает один. У нас прям вот это вот древо, там вот эти вот ветки просто вот направо и налево. И мы выбираем по определенным причинам самое комфортное для нас. Не для тебя, как для матери, не для кого-то. Он выбирает этот комфортный путь для себя. Ему так комфортно, ему так хорошо. Не важно, что он этим делает, он этим развлекается, он этим портит свое здоровье, либо вызывает в тебе жалость. Неважно, это ему так комфортно. А тебе некомфортно. Ты чувствуешь себя должной. Как это я, мать, могу смотреть вот на такое? Но вспоминаем мы об этом достаточно поздно. Мы можем работать там сутками, да, не видеть своих детей. Мы еще что-то можем делать, а потом мы можем сказать, ну я же для тебя вот это все делал. Для кого? Что ты сделала, чтобы вот эту тревогу поднять, когда ему было 16? Что вы делали, когда ему было 16? Куда вы ходили вместе? Понятно, что до 16 там чаще всего там и не отрываются от титьки, да, что мальчики, что девочки. А что вы делали, когда им было 15-16, этот переходный возраст? Как вы проводили время? Вы вообще время проводили? Что он любил? Почему он пошел туда учиться? Где он жил? Как он жил? Почему он одевал вот эти трусы, а не вот эти? Что для него было? Удобство или красивая резинка? Что для него было? Что ты знаешь о жизни своего сына 16-летнего? Что ты знаешь о жизни своего сына, когда ему исполнилось 20? Это сейчас всего лишь результат твоего видения. Табакокурение, алкоголь, наркотики – это все одна динамика. И еда. А еда что, не наркотики? Это все, все, что мы... Все, чем мы пытаемся, да не пытаемся, а делаем, многие делают, переключить свое сознание с ума, с мыслемешалки на какое-то временное помутнение ума, даже мы не в осознанность ходим, а временное помутнение ума, чтобы немножечко уйти от ума, это все не наше, это все, что уводит нас от себя. Это мы как будто бы садимся в трамвайчик и проезжаем мимо себя. То есть мы видим себя, мы видим свои мысли, мы можем увидеть свои жизни прошлые, мы можем много каких моментов увидеть, но поучаствовать в них не можем. Мы в трамвае едем, мы за стеклом смотрим это все. Это все происходит, когда мы себя
выводим чем-то, едой, водой, наркотики, курение, что там еще, алкоголь, все это одно и то же. Это когда вы все это видите, но не участвуете в своей жизни, не участвуете. Да, ребят, кому интересно, можете, кто сочинский, кто рядом Сочи, Краснодарский край, 10 числа с 20 часов, это будет воскресенье, с 10 часов вечера до, ой, с 8 часов вечера до 23 будет живая встреча в кафе «Ура». Я анонс дала, поэтому, если кто-то еще не видел, посмотрите. Всех жду. Там мы с вами, у нас будет с вами 3 часа, это достаточно много. Я смогу поотвечать на много-много вопросов. Вот. И скажу, какие дальнейшие проекты, какие дальнейшие разработки, потому что мы хотим сделать, и я планирую сделать ночь депривации сна, где там будут достаточно глубокие проработки каждого. Вот, но это тоже, опять же, нужно будет приехать, да? Вот, и такой мини-выезд со мной, но это уже будет абсолютно другой формат, на Красной Поляне, пятница, суббота, воскресенье, вот такой вот он будет. Но это тоже я потом расскажу, просто я сейчас говорю, это абсолютно все разные форматы, они будут разные и по финансовому какому-то соотношению, и по проработкам будет абсолютно разное, и по запросам будет абсолютно разное. Поэтому присоединяйтесь. Я с огромным удовольствием жду вас. Ух, сколько... Светуля, восхитительно выглядишь. Книги очень жду. Сегодня как раз поймала себя, когда... перебирала крупу, что готова даже заниматься этим, лишь бы не идти, не делать новое. Страшно и лень напрягаться. Да, ребят, книги пишутся. Вот, сейчас вообще очень много проектов как-то вот в раз. И могу сказать вам откровенно, что сейчас нет такого, что депривация сна, потому что некогда депривировать его. Его просто нет. Действительно, сейчас очень много проектов, сейчас очень много с ребятами одно делаем, второе, третье, вот, и сегодня я достаточно большое количество написала страниц по книге, вот, поэтому все, что от меня зависит, все, что я, мне идет, все, что это с легкостью, это я моментально реализую и с огромным-огромным удовольствием для вас. Так, муж употреблял алкоголь, сейчас покойный. Растет сын, его копия. Сыну 10 лет, но в голове у меня уже сформировалась картина его будущего. И в этой картине у меня в голове, что сын также будет. А мужа-то ты ведь не отпустила? Тебе очень было удобно с этим мужем-алкоголиком. Тебе очень было удобно все, что у вас происходило. И в 10 лет я тебе могу сказать прямо вот очень точно, в 10 лет ребенок находится в тотальном поле матери. Вот он может быть похож на отца, он может быть, у него какие-то есть повадки, еще что-то. Но то, что есть ты, до 12 лет ты себя можешь просто клонировать в его теле. Если ты это будешь делать, не просить его что-то делать. Я вам уже говорила, да, что, например, я бегаю, а мои дети не бегают. И это их выбор, но они видят всегда, что можно бегать в дождь, утром, в непогоду, еще во что-то. Они это видят.
И у них есть просто такая модель поведения. И недавно со мной младший сын начал бегать. Он говорит, я хочу бегать. Хочу. Не потому, что я ему говорю, что там это нужно, это еще что-то. А потому что он говорит, хочу, потому что он видит, как, какое мне доставляет это удовольствие. Я вижу, что ему нравится играть на гитаре. Я тоже люблю гитару. Мы купили еще одну гитару. И еще одну гитару вчера купили. Вот, то есть у нас уже 3 гитары. И мы сейчас, у нас учитель наш, который его обучал, сына, он скоро выходит с отпуска, и мы будем вместе ходить на гитару. На гитару, на вокал. Собираемся даже свою группу создать, где будут определенные песни, которые будут только нашего производства. Ну, как моего, да? То есть я буду какие-то вот такие свои мысли. Хочу, пока ничего не буду говорить, вот, когда это все закрутится. И мы с ним каждый день играем. И если раньше он там мог до гитары, там, вроде ему нравится, но до гитары мог там несколько дней не притрагиваться, потому что там где-то компьютерные игры, где-то куда-то пошел, то сейчас он следит за тем, чтобы мы каждый день что-то, он мне что-то показывает, мы что-то играем. Он меняет струны там, потому что вот эти вот струны сидят, вот под этот вот не подходит, вот это вот не подходит. Еще мы купили, чтобы ходить в горы, и вот где нельзя обычные инструменты, вот такую вот укулеле. Знаете, да, что есть такие гитарки? Вот с нейлоновой струной. И, скорее всего, на ретрит в Москву я уже ее возьму. То есть там будет определенная мантра под эту укулельку. Все, что делаете вы через себя, это все отражают ваши близкие. И мне даже ребята говорят, вот со мной пообщавшись, они говорят, блин, а как так происходит? Ты же ничего не говорила, мы же ничего не делали, а вот я, например, там уже несколько дней не ем, или мне там неинтересно есть становится, или мне там еще что-то. Ты что-то с полем делаешь, это вы входите в мое поле, я с огромным удовольствием вас принимаю. И это я вас не хочу изменить, я уже изначально вас люблю такими, какие вы есть. И когда вы чувствуете на каком-то внутреннем, глубинном осознании вот эту вот любовь и принятие, вам хочется находиться в этом поле. Вас, может быть, первый раз в жизни вообще приняли вот со всеми вашими тараканами, со всем вашим говном, не осуждая, не говоря, что там «я даже твои какашки люблю». Это просто тотально. И когда вот эта вот легкость через тотальное принятие, любовь, тогда вам хочется быть в этом поле. Если вы понимаете, что у меня поле такое, то ваше поле автоматически начинает подстраиваться вне зависимости от вас. И да, вы, находясь рядом со мной, вы не будете заморачиваться о еде. Вы, может быть, что-то еще будете кушать, но у вас не будет такого, что «ой, нужно покушать, я хочу покушать». Да не будет уже «я хочу покушать». Чем больше со мной люди мои общаются, вот мои друзья, тем больше у них это проходит. Не потому что кто-то, некоторые вообще не хотят идти на автономию, но для них перестает быть в центре их жизни еда. А что же говорить с детьми-то, которые наши дети? Если человек употреблял последствия для мозга, они безвозвратны или восстанавливаются клетки? Ребят, я вижу, что восстанавливаются. Правда. Про алкоголь в какой книге будет? Про алкоголь, ну, во-первых, я «За гранью пищевой цепи» напишу про алкоголь, потому что там к нему можно подходить с разных сторон. В определенных случаях даже... Я буду рекомендовать в определенных случаях, я там опишу какие, буду рекомендовать столовую ложку в определенные травы. Но это будет разово, да, но я прям расскажу, распишу, для чего это. Поэтому, конечно же, про алкоголь я тоже расскажу. Но и когда будет автобиографическая книга, там я глубоко вообще залезу в алкоголь, потому что в моей семье он... практически все время присутствовал в больших количествах. Вот поэтому мне придется об этом рассказать.
Видели анонс, здорово. Светлана, добрый вечер. Когда начинается марафон депривация сна? Ребят, вы мне каждый день задаете вопросы в личку. У нас есть такое, что мы изначально сразу же проговорили, что как только набирается от 100 человек, марафон стартует. И вы все видите, сколько человек. Вот. То есть как только он наберется, если моментально наберется за одну ночь, то мы к утру уже стартуем. Дадим анонс, там, ну не к утру, там через сутки стартуем. Если он будет набираться год, два, месяц, неделю, то вот сколько он будет набираться, столько ему он и будет набираться. Это именно поэтому такая цена, потому что это не коммерческий проект. Я вообще не коммерческий проект. Давайте начнем с этого. И если что-то стоит каких-то определенных денег, я четко понимаю, почему таких денег. Не потому что это шуршалки, а потому что это ценность вас. Я вас хочу привести к ценности самого себя. Потому что деньги – это неотъемлемая часть самого себя, вас. Когда у вас это выщелкивает, вам вообще без разницы, сколько это – 10 рублей либо 10 миллионов. И вы это должны вот прям прочувствовать, принять, пронять вас это должно. Я это говорю в прямых эфирах, я это говорю на марафонах. Понятно, что когда вы находитесь в ретрите, у вас другие сознания идут. Там другие процессы, там другое поле. Там вообще все по-другому. Привет, а с автопол старым что случилось? Ну, я же говорю, что очень часто... Не просто так же я вам говорю, что там... Я не могу это говорить в прямых эфирах. Это же я пуха себе не нагоняю. Это действительно так. Одно слово какое-то неверное скажешь, что-то куда-то не туда пойдешь и влавливаешь страйк. Нас тоже очень много уже блокировали. И поэтому я говорю, что я в прямых эфирах говорю, блин, 10% того, что вы можете услышать. Процентов 30-40 я говорю на прямых, на личных встречах. И, наверное, процентов 70 я говорю на ретрите. Сейчас, да, у меня будет собираться еще другой ретрит. Это уже будет прям вот такой для других людей, когда там уже происходят абсолютно другие процессы. Ну, вот так вот неверное слово, и канал снесли. Светлана, ты гений, благодарю. Благодарю вас, ребят. Мне правда очень приятно, когда я понимаю, что мои какие-то рассуждения, моя точка зрения приводит вас к себе. Когда вы понимаете, что вам уже не нужны никакие гуру, учителя или еще что-то, кто-то. И мне было бы здорово, чтобы вы прям вот максимально начали поворачиваться к себе. И это клево, когда ты встречаешься, не чтобы проработали какую-то твою проблему, а чтобы ты поделился своим миром. О, это вообще, это же космос. Именно поэтому я и на живых встречах, и в марафонах очень часто, и в консультациях, и где-то еще вас привожу к себе, чтобы вы понимали, что нет проблем, нет страхов, нет дефицитарности, нет бедности, да даже болезни нет. Все, что происходит с вашим телом, это происходит для того-то или того-то. Не воспринимайте это как вот... как что-то. Но, наверное, это в двух словах, если рассказать, то много будет обид и скажут, что вы просто не понимаете, там еще что-то. Поверьте, я много понимаю, и все, что связано с болезнью, я достаточно тоже глубокие процессы прошла. Но, наверное, все же про это я буду готова говорить только при личных встречах, личных консультациях, чтобы у человека не было шансов додумать
свое через призму своего восприятия, чтобы он четко понимал, к чему я его веду. Вот это вот, наверное, основное будет. Куда поселиться в Сочи? Хочу. Но это вам нужно к агентам по недвижимости, точно не ко мне. Не знаю, куда вам поселиться. Ребятки, если есть вопросы, то задавайте, я еще отвечу. А если нет, то до четверга. И на живую встречу, конечно же, жду в Сочи. 3 часа нам с вами. Ой, как много чего нам можно будет вскрыть. Сейчас немножечко подожду, потому что бывают вопросы подгружаются чуть попозже. И уже, наверное, к четвергу, да, наверное, к четвергу уже могу сделать анонс вам по Красной Поляне. Тоже буду вас куда-нибудь в горы, чтобы не просто это были посиделки, а другой формат, когда в горах, там, если кто-то был в горах, кто любитель гор, там плотность воздуха другая, и когда ты, если я вам скажу это что-то, даже при личной встрече, какую-то информацию, да, буду говорить, то она может не пробиться внутрь вас. А когда я эту информацию, например, говорю в горах, где плотный воздух, то ваше тело, то есть ваше тело становится приближено к воздуху по плотности. И говоря это, от вас получается вот это, которую я говорю, информацию, вы как телом, как губкой впитываете их, и это становится вашими знаниями. Потому что плотность практически одна и та же. И это абсолютно другие процессы, ребят. Это уже не про поговорить. Это уже про переформатирование, про другое. Светлана, знаете ли вы о происхождении родимых пятен? Нужно ли от них избавиться? Или это клеймо на всю жизнь? Родимые пятна проходят, да, ребят. Это как бы, это общеизвестный факт. Вы можете даже посмотреть на Ютубе. А вообще родимые пятна, родинки проходят, смотря какая структура, у них разная структура, вот, но от 48 часов без жидкости, там получается вот эта вот клеточная структура плотная, она начинает рассасываться, вот, и родимые пятна, родинки, бородавки, вот эти вот все изменения кожи, они становятся другими. Поэтому да, я видела людей, сама лично видела женщину, у которой было пол лица родимого пятна, но это было не просто родимое пятно, а с деформацией губы. Вот. И у нее оно, ну, и я не видела, что у нее оно полностью прошло. Я не буду вам называть сроки, чтобы вы их не начали примерять на себя. Вот. Но оно у нее очень сильно посветлело, и прям ткань, гладкая мускулатура, она настолько стала нежной, что губу попустила. То есть она у нее была как зажата, затянута. Вот. И у нее стало такое симметрично красивое лицо. Так, живая встреча в формате вопрос-ответ. Кого-то разберешь? Да, конечно, разберу. Как это? Ну, это ж и вообще мое любимое. В вас поковыряться. Вы что? Конечно. Я себе в этом удовольствии не откажу. Интересно, что будет на КП. Верно ли, что когда человек в алкогольном опьянении, его энергию на тонком плане жрут сущности?
А кем он становится в этот момент? Кто-нибудь задавался вопросом? Когда он употребляет алкоголь, где он? Он есть в этом теле? Вы же, ребят, можете увидеть сами, что происходит с человеком. Когда уберете пелену, когда уберете «я не верю», «я не могу это видеть», это видят только избранные, вот эти вот все бла-бла-бла. Вы можете просто смотреть на человека, и вы будете все видеть. Не через его энергию, энергия – это поверхностно. Входите дальше в вибрации. И вы все увидите. Так. Эльза, я не знаю. На ваш вопрос могу так ответить. Ну что, ребят, вроде бы все. Жду вас 10 сентября в Сочи. В 8 часов вечера в кафе «Ура». И кто хочет пересборку, жду вас в горы в ближайшее время. Все, всех обняла. Всем спасибо огромное за вопросы. Спасибо, что были со мной. До четверга.